Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это ролик, посвященный теме старейшин The Isle of Rima. Да, тема старейшин у нас у всех на слуху, и мне кажется, что у каждого первого она вертится в голове и не угасает, и не угаснет. Ах да, совсем забыл. Перед началом данного ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья. Едем дальше. Скажу так, что тема про старейшин, она не такая уж и новая, как может, наверное, показаться многим новичкам нашего канала. А вот алды знают, что к чему. Но давайте окунемся в мир старейшин. Касаемо The Isle of Rima. Мы знаем, что разработчики уже заявили, что старейшины в игре будут неотъемлемой частью. На дорожной карте The Isle of Rima это обновление числится под номером 7 и 7.5. И как в одном из девлогов разработчики нам даже уже заявили, что они приступили якобы к небольшой разработке этой системы старейшины. Отдельное огромное человеческое спасибо хочется сказать и выделить нашему осведомителю на канале, а также нашему человеку, который состоит в стресс-тестерах, Сильвестру Лебовски, за предоставленную информацию. Собственно, переходим к старейшинам. Старейшины в The Isle of Rima — это будет высшая ступень развития вашего динозавра. До этого возраста редко, конечно, кто доживет, так как погибнет от болезней, либо в драках за еду, территорию, либо же в целях самозащиты. В The Isle of Rima Элдеры являются заключительным этапом, но и самым трудным. Чтобы достичь этой цели, вам придется идти по уникальному пути перков и диет. Перки будут даваться вам за различные действия в игре по мере вашего роста и, соответственно, диеты. Суммируя все сказанное, мы получим доступ к становлению старцем. Они, как правило, сильнее адультов, но время над ними властно, поэтому со временем мы будем слабеть. Наши характеристики будут падать вплоть до нашей смерти. Затем мы должны будем выбрать, умереть ли естественной смертью и получить бонус к статам персонажа того же вида, либо умереть и стать нечто более опасным и смертоносным. Скорее всего, здесь отсылка к гиперам. Как правило, старейшины будут на первых порах серьезными противниками, но после станут более восприимчивыми к болезням и травмам. Да, старость будет брать свое. Если, допустим, нас укусил цератозавр, то у нас начнется рвота и впоследствии болезнь, которая будет проходить гораздо больше, чем у адультов. Если нас укусил карна и мы получили блит, то процесс регенерации у нас займет намного больше времени. Грязь, конечно, поможет нам залатать раны, но это не даст должного эффекта. Возможно, мы даже умрем. Ядовитые растения на стадии старца лучше не есть, так как слишком высок будет шанс смерти от пищевого отравления. Статы у нас будут как у сападолта, у которого нет нутриентов. Следственно, мы станем немощным, и сопротивление к ядам, переломам и бледу уменьшится значительно. Нам придется дольше отдыхать, и мы станем желанной целью других хищников. Но если мы все-таки примем смерть в иной мере, мы станем гипером. Это настоящий страх для игроков, ибо гиперы имеют иммунитет к кровотечению, а также они постоянно голодные и медлительные за счет брони. Их предпочтительной добычей станут медленные или ослабленные особи других видов. Скажу так, что к старейшинам достаточно много видов динозавров будет относиться в игре. На дорожной карте уже можно наблюдать больше даже десятка видов, но этот список в дальнейшем будет, конечно, пополняться. Я думаю, что оно все понятно. Все то, что я, в принципе, вам рассказал. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите комментарии. Ну и самый главный вопрос, который меня также терзает после всей этой информации –
и все то, что мы будем в дальнейшем по-любому узнавать от разработчиков. Будет ли какой-то, знаете, да господи, что-то и тайно, будет ли в игре дисбаланс и вообще по какому пути пойдет развитие игра The Isle of Rim. Конечно, с одной стороны, это все звучит круто. Ты дожил до определенного возраста, на своем динозавре получил какие-то определенные перки, перенес его на тот же вид, снова его вырастил, получил еще новые перки, ты улучшил своего динозавра, ты стал мощнее, крутым и вообще ты супергерой теперь в игре. Но с другой стороны, что будет в дальнейшем по балансу для других игроков и вообще, по сути, что будет твориться в игре? Я, конечно же, честно, мое мнение, я уже это неоднократно говорил в новостях, а также на стримах, что я против старейшин. Я не хочу гиперов, я не хочу старейшин. Ладно, люди, мы смирились, это лор игры и прочее. Но старейшины, я не знаю. Короче говоря, мы будем следить за развитием игры, будем читать девлоги. А может быть, что-то и изменится. Может, все-таки разработчики сделают игру с урвом. С урвом про динозавров в игре, а не что-то, как они говорят, про гиперов. Не что-то иным. Короче говоря, жми пальчик вверх, подписывайся на канал и... Да, в общем, следи за каналом. Все, всем хорошего выживания в The Isle of Rim.